Вот, всем родным и близким в этот прекрасный воскресный вечер. Осталось у нас две или три недели. Две недели до Рождества. Мы хотим вас всех поздравить с наступающим Рождеством. Ну, вы. Поздравляем с наступающим Рождеством нашего Спасителя Иисуса Христа. О, мы поздравляем с Рождеством Христа, а не Христа поздравляем с Его Рождеством. Хотя и то, и другое верно. И я вам сейчас спою песню. Любовь Михайловна захочет, тот поет, захочет, тот присутствует. Когда Бог близко, на душе покой, свет благодати льется неземной. Я поднимаю к небесам глаза и восхваляю небесного Отца. Там в небесах ангелов слышно пение. Бог мне скала, Бог мое утешение. Славит душа те сладкие мгновения, когда сойдет с чудных небес вдохновение. Сколько волнений на земном пути, сколько сомнений, сколько суеты. Только с Иисусом нелегко идти, в нем мое счастье, надежды и мечты. Там в небесах ангелов слышно пение. Бог мне скала, Бог мое утешение. Славит душа те сладкие мгновения, когда сойдет с чудных небес вдохновение. Доброго вечера всем! Да, и мы всем желаем счастья, любви и самого наилучшего.